А что вы скажете насчет могилы пророка? Она же находится в мечети. Прежде чем говорить на эту тему, надо понимать, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил строить на его могиле мечеть или избрание его могилы местом поклонения. Потом надо уточнить то, что есть мечеть, и есть комната Аиши, да будет доволен ею Аллах. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был похоронен в комнате Аиши, а не в мечети. Но даже если бы пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был похоронен в мечети, то относительно этого пришли разные передачи, как передача Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, в которых говорится, что пророки хоронятся там, где их застала смерть. Это сообщение было темой обсуждения многих ученых. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был похоронен там, где умер. То есть в комнате Аиши, да будет доволен ею Аллах, а не в мечети. То есть мы различаем между мечетью и между комнатой Аиши, да будет доволен ею Аллах. После того, когда появилась необходимость расширения мечети пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ученые